Ура! Ничего не выпадает. Он быстро расстраивается. Стой, стой, стой. Сейчас выпадет. Смотри, вот с этого сундучка. Да, там есть! Там есть 6 предметов. Открывай. Не понимаю. Что-то что? Ты не понимаешь? Нет. Ура! 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 Отдашь подписчикам? Нажимай. Пук. Давай, пук. Как мне вы... 6 предметов! Да! Даня, мне страшно стало, не кричи так. Вот так, да? Я тебе говорю, здесь кто-то есть, смотри. Пока. Стой, смотри, смотри. Не-не-не-не-не-не. Итак, всем привет, дорогие друзья. Прежде чем мы начнем записывать ролик с моим сыном, вы прямо сейчас прожмите лайкоин и подпишитесь на канал. Дань, а ну попроси, лайк. Лайк. Дорогие друзья, я чисто по фану создал аккаунт моему сыну, Мини-Пека, и решил, что он будет открывать на этом аккаунте сундуки. Посмотрим, что ему будет падать. В прошлом выпуске, ну, он так не кисло выбил, всего лишь один эпик. Поэтому в этом ролике, у нас сейчас обнова вышла, в этом ролике я ему куплю Бравл Пасс. Да, Дань? Да. И... смотрите, дорогие друзья, также мы разыграем один Бравл Пасс, ну, Данька разыграет один Бравл Пасс у себя в Инстаграме. Чтобы его получить, надо подписаться на этот канал, подписаться на мой Инстаграм и подписаться на Инстаграм моего сына. Вот этот Инстаграм, только не путайте с фейками. Вот такой вот Инстаграм, здесь 104 тысячи подписчиков на мой Инстаграм. И Данил выставит у себя фотографию в Инстаграме, и вы под этой фотографией напишите: «Даня, я участвую в конкурсе». Да, Данька? А ты подаришь одному подписчику один Бравл Пасс бесплатно. Ну что ж, я в свою очередь пойду донатить 2000 гемасиков Данилу. Поехали. Итак, сынок, я тебе купил 2000 гемов. Ты вот сейчас выбери Бравл Пасс, какой ты хочешь. Выбирай, вот этот или этот? Нет. За 169? Так это с квестами. Давай, давай вот этот, сынок, вот этот. Давай. Давай? Давай, нажимай, сынок. Оп. И сюда. Ура! Ты сразу 10 Бравл Пассов открыл. Так, теперь я тебе сейчас быстренько все открою. И ты будешь открывать сундучки. Заодно посмотрим, что Данечка выбьет. Что? Я зубы чистил. Пахнет? Я зубы чистил, не надо нюхать. Это ты, может, не чистил? А ну дай. Фу! Нет, чистил? Да. Хорошо. Так, сейчас я тебе все пройду. Господи, вот это у него аккаунт. Кто хочет такой же себе аккаунт, подписывайтесь на канал, потому что Данька один бесплатный Бравл Пасс разыграет. Мы уже с ним проводили конкурс, 10 Бравл Пассов разыгрывали. Я у себя 5 в Инстаграме и 5 Данька у себя. Ну вот, если вы будете подписываться на него и ставить лайки на ролики, то я думаю, что мы будем разыгрывать чуть ли не в каждом ролике Бравл Пасс. И возможно не один, а больше. Так, ну все, Даня, смотри, мы тебе все прошли. Погнали открывать. Ура! Ура! Итак, открывай вот этот сундук. Поехали, первый сундук. Пинс. Оп. Yeah! Ура! Yeah! Там ничего не выпало. Ну ура, ура! Главное. Так, все, следующий. Вот этот, вот этот. Так. Так, стой, ничего не выпало, да? А ну вот здесь, пробуй здесь. Он быстро расстраивается, поэтому я надеюсь, ему что-то выпадет. Ребят, поставьте лайк, потому что, ну, этот сейчас нервоз, не успокоить потом. Мне помочь? Так, хорошо. Ничего не выпало. Окей, окей, стой, стой, сейчас выпадет. Смотри, вот с этого сундучка. Ты так быстро устаешь, ты не представляешь, сколько я сундуков открываю. И мне ничего не падает. Так. А вот этот, смотри, вот с этого будет. Тебе не нравится, когда не падает? А ну давай, смотри, вот с этого, посмотрим. Оп. Да, там есть 6 предметов. Открывай, открывай. Там есть. Ты не знаешь, что там есть. Ну вот открой. Вот бы машинки включить. Смотри. Давай, давай, давай. Нажимай еще раз. Давай 5, а ты мне не верил. Ура! Это Фрэнк. Ты не верил? Ты не верил. Скажи, Фрэнк. Фрэнк. Ух уж это радость, блин. Да, сыночек, а ты не верил, конечно. Так, стой, сынок, стой. Еще хочешь выбить?
Давай, сейчас. Сейчас еще выбьем. О, сейчас Гейл будет падать. Вот, нажимай сюда. Ура! Ой, мы закрыли, блин. Так, ну это понятно, это стопроцентный персонаж. Так, давай, открывай. Так, хорошо, стой. Я понимаю. Что, ты что? Ты не понимаешь? Так, смотри, вот, вот сейчас будет единичка, и ты откроешь. Стой, не вот этот надо сундук. Вот, смотри, вот этот надо. Мегабокс, вот этот, мегабокс. Вот здесь, ну, пробуй открывать. 5 предметов. Нет, сейчас. Вот какой избалованный, ему надо, чтобы только падало. Что он там понимает? Но нет, ему надо, чтобы что-то падало. Так, хорошо, сейчас мы сделаем. Если ты подпишешься на канал и поставишь лайк, то сейчас Даньке что-то выпадет. Можешь не подписываться, как хочешь, мне... Ну, если хочешь, чтобы Данька еще раз увидеть его реакцию. Представляешь, если Лего выпадет? А ну, открывай, сынок. Да что ж не везет так, ребят, кто-то не подписан. Скажи, подпишитесь, поставьте лайк. Ну, попроси лайк. Ну, я тебе говорю, лайк кто-то не поставил. Просто не подписался и лайк не поставил. Из этого тебе ничего не падает. Ну, просит же, ну, лайк, ну, пожалуйста. Сейчас, окей. Все, ты попросил, сейчас он поставит лайк. Он уже поставил, да? Ты же поставил? Смотри, и подписался. Теперь смотри, вот с этого сундука падает нам. Оп. На, блин. Слушай, я не понимаю, почему... О, открывай, вот он. Ура! Молодец! Давай. Молодец! Ребята, если этот ролик соберет 100 тысяч лайков, то мы запишем реванш батла Никиты. И вот, Никита, помаши рукой. Ты хочешь с Данькой батл? И Даньки. На Brawl Pass'ах. У них есть еще по аккаунту одному новому. Вот, ну поехали еще открывать. Так. Все. Зависло. Сделаю так. Отлагай. Вот так. А что такое? Что оно зависло? Секунду. Ура! Сейчас выпадет, смотри. Что у нас происходит? У нас... Игра не заходит. Стой. Интересно. Нет, это моя карточка. Не надо ее нюхать и палить на видос. Все, Данечка, загрузилась. Продолжаем открытие. Кстати, давай посмотрим, на что-то выпало. Стой, а ну. Нам ничего не выпало. Но, глядь, у тебя еще сверхредки. У тебя еще эпики. Че не падает, не понимаю. А ну, давай, вот здесь. Ура! Это Пенни. Скажи, Пенни. Пенни, правильно. Так, окей, открывай вот этот сундук. Так, хорошо. Вот этот. Сейчас мы еще выбьем тебе последнего персонажа, да? Ему хочется в машинке. Вот этот открывай, здесь будет что-то. Открывай. Ничего не выпало. Извини, сынок. Что-то тебе не везет. Я бы такой Лего хотел выбить тебе. Скажи, лайк поставьте. Срочно. Не трогай ничего. Вот тут ничего нельзя трогать сейчас. У нас запись идет. Если нажмешь запись, прервется. А что ты хочешь играть? Что ты любишь играть? Расскажи. Что ты любишь играть? Или ты не любишь играть на планшете? Сынок, ты любишь с папой работать, помогать папе, нет? Нет. А вот этот сундук открывай, и там что-то будет. А ну, давай. 6 предметов, давай. Сколько там предметов? 3. 5. Блин, ну ничего не выпало. Мне кажется, у него сейчас истерика начнется. Он хоть и не понимает ничего, но я не знаю. Но ему так нравится, когда что-то падает. Прям вот хочется что-то выбить. Реально, неважно что. Редкость не имеет значения. Только странно, что так плохо падает. Кстати, я думаю, что Мини-Пека разыграет свой проект чуть-чуть попозже. А ну, открывай вот этот. Отдашь подписчикам? Нажимай. Пук. Давай, пук. Там ничего не выпало, сынок. Как ты плачешь, покажи. Вот так, да? Ну давай, сейчас мы уже добьем. Нам чуть-чуть осталось. Так. Стоять. Вот. Нажимай сюда. Все, надоело? Будешь в машинке играть?
Да? Так вот тут, вот здесь. Давай, давай, я включу. Вот этот сундук откроем. Стой. Вот этот, последний, это последний. Вот, открой, и все, и пойдешь. Я тебе говорю, здесь кто-то есть, смотри. Ура! Пока. Нет. Ну что тут осталось до открывать-то? Всего ничего. А ну иди на шею ко мне. Вот что означает, сел на шею и свесил ноги. Ой, мы, по-моему, прошлый выпуск также закончили. Ой, боже. Как же хорошо, когда у вас есть дети. И как же плохо, когда отец игроман. Да? Открываем? Да. Давай. Оп! Оп-оп-оп-оп-оп! Нет, ничего не выпало. Оп-оп-оп. Да, нажимай на голову, и у меня будет открываться сундук. Я ничего не вижу, Даня. Нет. А ну? Я не вижу, сколько предметов? 5. Но там еще есть мегабоксы, что-то выпадет. Подпишись, поставь лайк, выпадет Лего. Игнор. Ничего не выпадет. Шелли выпадет. Так, ну вот этот сундук должен. Нажимай на кнопку. Вот здесь кнопка. Нажимай. Нажимай. Ну, опа! 5 предметов. Да ё-моё, блин. Чё, я согласен, что что-то не прёт? Ну, плохо падают бойцы. Вообще плохо. Ну, только эпики. Ничего не падает. Мы потратили $100. И чтоб ничего так не вы... 6 предметов! Ура! Открываем? Да! Давай, раз. Итак, готов? Лайк, подписка, чтобы это было Лего. Поехали! Ура! Пайпер, пу-пу-пу! Даня! Мне страшно стало, не кричи так. Так. Ты кого пугаешь так? А, не надо. Капец, мне страшно стало, когда ты закричал. Последний бокс. Данька, открой ногой. Оп. 5 предметов. И последние 500 этих потратим на Гейла. Фух! Так, ну что ж, у нас осталась одна акция еще. Я думаю, ее надо купить. Покажи, как это лайк. Так, лайк. Смотри, еще один сундук. Оп, 6 предметов, сынок. Открываем. Раз, два. Стой, стой, смотри, смотри. Смотри! Не-не-не-не-не-не-не, с ума сходить не надо. С ума сходить не надо, все нормально. Это всего лишь био. Это не Лего. Ну все, все, тихо, все, тихо. Все. Не балуемся. Последний мегаящик открываем, сынок. Или можно, в принципе, открыть на оставшиеся гемы мегабоксы. Давай, открываем. Угу, ничего не выпало. Я тебе хочу сказать, что не так много тебе и падает. О, 6 предметов! Боже, интересно, что там? Давай, готов? Да. Считай до 3. Раз. Да. Два. Три. Два. И три. Даня! Нет, нет, нет. Ой, господи. Это не Лего, к сожалению. Да, ладно. Ну что? Что я могу? Да ладно! Я не поверю своим глазам! Пацаны, с последнего сундука! Даня! Даня! Тебе выпала легендарка! Скажи, подпишись, поставь лайк, и тебе тоже выпадет! Если ты подписался и поставил лайк Данилу, имей в виду, что тебе тоже что-то интересное выпадет. Честно сказать, я чуть не сошел с ума, пока записывал этот ролик, потому что... очень трудно это делать с Данькой. Ну блин, как же классно, что нам выпало Лего в конце самого последнего бокса. Ты шо, ты шо? Вау! О май гад! Ура! Ну что ж... Все. Стой, 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 спускайся, спускайся. Спускайся. Ой, на землю, ой, фух.
Ух, давай, теперь стой, включаем адекватность. Стой, куда ты выкинул? Такой, нажал. Фух, давай попрощаемся со зрителями и пойдем поиграем в Вивью. Хочешь? Все, сынок, садись. Давай скажем пока, зрители. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Данька. Данюшка. Ну все, не плачь. Немножко поссорились, да? Ну все, мир. Давай, мир. Не будем мириться. Ну. В общем, ну вот как-то так. Вот это, да? Да, давай. Папа, иди ты, знаешь, куда со своим Brawl Stars'ом? Давай попрощаемся со зрителями. Тихо. Ты не кричи, что ты кричишь? Ну я вивил, ну играй. Он когда перевозбудится, вот эти эмоции, у него они не сдерживаются. Слишком много мы кричали, я-то понимаю, что... Помоги! Давай помогу, все, не кричи, сынок, не кричи. Вот так, задняя скорость. Ты в курсе, что тут есть задняя скорость? А что ты наделал, что ты от полиции убегаешь? Ты хулиган? Да, ну конечно. Ну скажи, спасибо вам за просмотр, зрители. О, еще вторая. Еще вторая? Да. Офа. Кармани. Скажи, дорогие зрители, спасибо за просмотр. Лайки. Пока. Пока. Пока.